В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Говорим о текущих вопросах Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Гость в студии – директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Владимирович Борисенко. Здравствуйте, Станислав Владимирович. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу с вопроса, если человек не подтвердил право на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, когда истекает срок подачи заявления? В соответствии с постановлением правительства Севастополя, этот срок истекает 1 апреля 2016 года. Я напоминаю, что срок был установлен до 31 декабря 2015 года. По нашему ходатайству правительство продлило еще на 3 месяца этот срок, но я понимаю, что бесконечно этот срок продлять нельзя. Вот. И мы уже смотрим по динамике прихода и подачи заявлений, уже в основном там, подавляющее большинство людей, которые имеют право на льготы по жилищно-коммунальным услугам, они уже пришли и документы подали. Я, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь. Товарищи, пожалуйста, все, кто имеют право и кто еще не приходил в районное управление труда и социальной защиты по месту жительства. Если у вас есть право на льготы по ЖКУ, то, пожалуйста, обратитесь в районное управление до конца этого месяца. Иначе будут подведены итоги вот, формирования базы льготников. И те, кто ранее получали эти льготы, но сейчас не подтвердили и не занесены в единую систему социальной поддержки населения, им будут выставлены счета. И, к сожалению, эти счета будут выставлены с 1 января 2015 года. Для того, чтобы убедиться, что вы находитесь в этих списках, если вы приходили в районное управление и подавали документы необходимые, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. Зайдите на сайт Департамента труда и социальной защиты. Это просто. Наберите в поисковике «Соцзащита Севастополь». У вас сразу первое, верхнее появится официальный сайт Севастополя, Департамента труда и соцзащиты. В правой колонке вы увидите проверить себя в социальных услугах, проверить себя в списках льготников на ЖКУ. И дальше нужно только без ошибок написать фамилия, имя, отчество и свою дату рождения. И вы увидите, имеете ли вы право на ЕДВ, это ежемесячную денежную выплату, внесены ли вы в реестр льготников федеральных и внесены ли вы в реестр льготников субъектовых. Если вы подавали документы, но по каким-то причинам вас нет в этом списке, это повод обеспокоиться. И прийти, или опять же воспользоваться нашим сайтом департамента и в очередной колоночке задать вопрос, написать, кто вы, что вы, адрес. И с тем, чтобы мы могли уже без вашего прихода посмотреть и проверить, подавали ли вы документы, если вы еще укажете, когда, это будет замечательно. Нет, значит, идти подавать документы. Если человек уже подтвердил свое право на льготы, надо больше, не надо больше приходить, не надо ничего больше приносить. Документы никакие уже не нужны. Не надо ничего. Хорошо, продолжим. Какие размеры денежных выплат к Дню Победы в 2016 году предусмотрено? Выплаты будут произведены всем тем категориям, которые производились и в прошлом году. Единственное, что эти выплаты проиндексированы. Так. Если мы раньше ветеранам войны... Если позволите, я... Да, конечно. Да, чтобы не ошибаться. Вот оно. Значит, инвалидам войны и бывшим малолетним, это тем, кому не исполнилось 14 лет, на момент заключения выплачиваться будет 10 700 рублей. Угу. Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним, это тем, кому не было 18 лет на момент заключения, 3450. Лицам за особые заслуги перед Родиной тоже 10 700. Членам семей погибших и женам, мужьям, в скобочках, умерших инвалидов войны, умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания
трудового увечья по другим причинам, которые не вступили в брак повторно, 2200 рублей, и участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, жертвам нацистских преследований из числа детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, 1100 рублей. Это цифры, которые вот приняты постановлением правительства на одном из крайних заседаний. Предельно ясно. Расскажите поподробнее о компенсации стоимости на проведение капитального ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан в текущем 2016 году. Компенсация выплачивается в размере 100 тысяч рублей. Так. Выплачивается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые не имеют права на улучшение жилищных условий, но у которых есть жилье, и это жилье нуждается в проведении капитального ремонта. Вот эти критерии. Во всех районах города Севастополя созданы комиссии, которые дают оценку нуждаемости в проведении этого капитального ремонта. Для того, чтобы получить эту компенсацию, необходимо тоже обратиться данным категориям наших граждан, обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. Подойдите, пожалуйста, вам покажут форму заявления, вам расскажут, какие документы. Познакомиться с этими документами и с этим заявлением можно, опять же, на сайте Департамента труда и социальной защиты. Посмотреть его, не торопясь, может быть, даже дома это все заполнить и принести эти документы. После этого придет комиссия, которая оценит нуждаемость в этом в капитальном ремонте, составит акт жилищно-бытовых условий и технического состояния вашего места, где вы проживаете. Эти документы будут переданы нам, потом они проходят проверку в управлении жилищной политики и рассматриваются городской комиссией. Мы надеемся, что в этом году мы большую часть нуждающихся наших ветеранов и инвалидов обеспечим этой компенсацией. Да. Ну, такая большая работа предстоит, но она нужная. Я думаю, что будет полезная работа. Это реально ее сделать? Это реальная работа? Это реально, это деньги, они заложены, это согласовано в Министерстве труда и соцзащиты Российской Федерации, согласовано в Министерстве финансов. Это все включено в нашу государственную программу. Ну, я уже как-то на нашей передаче, на вашей передаче, я уже об этом рассказывал. Уже то есть мы, об этом. Да, то есть сейчас уже утверждены положения, все необходимые нормативно-правовые акты, и эту работу уже проводим. Но вот по состоянию на сегодняшний день уже 69 заявлений подано, правда, не все районы одинаково активно эту работу проводят, как всегда есть. У кого больше, например, Гагаринский район, у кого меньше, например, Нахимовский район. Вот. Но, думаю, мы наберем разгон, эту работу сделаем. Ну, в перспективе все будет сделано. Я думаю, да. Но впереди летний период. Как будет организован отдых и оздоровление детей в 2016 году, летом 2016? Ну, новаций здесь, в принципе, никаких нет. Мы обеспечим бесплатными путевками все те же категории, которые были, это 11 категорий нуждающихся наших подопечных, многодетные семьи, дети, находящиеся на диспансерном учете, которые имеют право посещать, в общем-то, вот на эти путевки. И 12-я категория – это талантливые дети подведомственные департаментом культуры, департамента образования, управления спорта, молодежи. У нас в прошлом году было оздоровлено 3697 человек, вот примерно 3700 человек и в этом году будет предоставлено путевок. Процедура та же, тот же 44-й федеральный закон, те же списки. И мы, учитывая прошлогодний опыт, тоже через наш сайт департамента обратились к гражданам с тем, чтобы они не ждали, а обращались уже, подавали заявление. Так что могу проинформировать по состоянию на 5 марта, у нас такая реперная точка, 5 марта, у нас уже было подано родителями заявление 1187 заявлений.
Ну, то есть людей это интересует, конечно. Конечно, интересует. Да. Детей, наверное, не каждая семья может себе сегодня позволить 25 тысяч рублей из своего бюджета. Конечно. Вот. Это надо, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Отдых и оздоровление в севастопольских курортах, да? Нет. В севастопольских курортах у нас, если они будут принимать участие, я сказал не зря, 44-й федеральный закон, это конкурсная процедура, тендерные мероприятия, подают в соответствии с нашим техническим заданием, подают все желающие предоставить эти путевки. Конкурсный комитет выбирает победителей, заключаются договора. Кто победит, будем смотреть. Ну, то есть это серьезная процедура, конечно. Да. А какие размеры денежной помощи предусмотрены отдельным категориям граждан? Речь идет о, я так понимаю, о разовых выплатах, да. Те, которые ранее были у нас в соответствии с нашим законодательством севастопольским. Это сохраненные меры. Это ежеквартальные выплаты родственникам погибших на подводных лодках «Курск», «Комсомолец» 3900 рублей. Речь идет о материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это размер от 1140 рублей до 11, в 10 раз больше, до 11 400 рублей. Пока на сегодняшний день эти выплаты не проводились, кроме вот ежеквартальных, эти уже производятся. А вот выплаты помощи материальной, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, они будут начнутся именно на этой неделе. Потому что у нас 3 марта был принят, а 3 марта вступило в силу постановление правительства, которое утверждало порядок и вот эти суммы выплат. И открытые лимиты буквально вот прошедший четверг, так что да, на этой неделе выплаты нуждающимся будут производиться. Процедура такая же. Обращаться можно либо Руднева 40, Департамент труда и социальной защиты населения, либо Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания Хрусталева 27, директор Наталья Ивановна Овсейкова. Она тоже частый гость на ваших передачах. Ну, то есть нужен определенный пакет документов, подтверждающих? Конечно. Ну, это деньги, они требуют подтверждения. Ну, конечно. Процедуры, да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое за возможность еще раз обратиться к нашим севастопольцам и попросить их, пожалуйста, не затягивайте с обращениями по жилищно-коммунальным услугам. Найдите возможность прийти, потому что потом будет очень сложно и вам, и нам отматывать назад эту историю, когда придут вот эти вот письма счастья из управляющих компаний, энергосбытовых компаний. Очень вас прошу. Конечно, лучше все сделать своевременно. Да. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире.